Распивают алкоголь, который приобрели в ближайшей палатке. Шумные компании не раз мешали жителям дома номер 3 на улице Семинарской. Ночью здесь продавали спиртные напитки, хотя делать это в нестационарных торговых объектах запрещено законом. Собственник палатки предупреждение проигнорировал. Тогда местные жители обратились в полицию. В отношении индивидуального предпринимателя Мамедова составлялись протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 Кодекса административных правонарушений и направлялись для последующего рассмотрения и принятия решения в суд. Полицейские направили в администрацию города Рязани ходатайство о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта, которое было удовлетворено. Владелец должен был добровольно своими силами его демонтировать. Однако это требование было проигнорировано. В настоящее время администрация города Рязани с индивидуальным предпринимателем Мамедовым расторгнут договор на размещение нестационарного торгового объекта, и данный торговый объект демонтирован. Работы провела префектура Советского района. Сооружение сняли с площадки автокраном, погрузили на платформу и вывезли на специализированную площадку для хранения. Сотрудники полиции предупреждают, что подобная мера будет применяться ко всем нестационарным торговым объектам, персонал которых систематически нарушает закон по продаже алкогольной продукции. Галина Кудряшова, телекомпания «Город».